Всем привет, друзья! Ну вот, не смог я сидеть дома, более-менее теплый денек, и решил, проезжал мимо, заскочить в лесок, посмотреть, как тут вообще. Ну, как вы видите, еще снег лежит, все потаяло более-менее, ручьи кругом, полуболото вот такое вот. На улице 12 градусов сейчас. Но все же вы видите, что муравьи проснулись. То есть поликтена уже более-менее активно. Естественно, еще холодно. Они начинают восстанавливать муравейник, который почему-то опять полуразрушен. Не знаю, что с ними происходит каждый год. Возможно, кабаны. Кабанов здесь много. Возможно, нет. Не знаю. Пойдемте еще сходим к муравейнику, к другому. Здесь рядом их несколько колоний, штук 5, наверное. Пока не очень у нас весна быстрыми шагами приближается, но все же приближается. Ну, тут тоже движение есть, но очень-очень слабенькое со стороны солнца. Полувялое состояние, скажем так. Но я думаю, как только будут теплые деньки, сразу начнется у них более активная движуха. Как в каком-то моем видео в прошлом году или в позапрошлом я вам показывал, что к муравейнику в радиусе 3-5 метров было подойти практически невозможно. Вот какие красавцы, да? Сейчас попробуем подставить пальчик, будут на него реагировать. Нет, даже не реагируют, то есть активности вообще практически никакой нет. Так, где у нас тут фокус? Ну, другие виды вообще бесполезно искать, потому что формика просыпается первой. И вряд ли кто-то еще проснулся. Вот тоже крупный муравейник, но он находится как бы такой небольшой тени из-за кустов. И вот здесь движения нет вообще. То есть никого. Хотя сейчас время уже обед. Уже солнышко начало более-менее уходить, поэтому возможно, что они уже просто попрятались. Вот там вот есть еще один, сейчас я к нему схожу, он тоже, или вот там, тоже небольшой. Сейчас мы к нему сходим. Вот тоже крупный муравейник, но он находится как бы такой небольшой тени из-за кустов, и вот здесь движения нет вообще. То есть никого. Хотя сейчас время уже обед. Уже солнышко начало более-менее уходить. Поэтому
Возможно, что они уже просто попрятались. Вот там вот есть еще один, сейчас я к нему схожу, он тоже, или вот там, тоже небольшой. Сейчас мы к нему сходим. Вот этот муравейник, ребят, вот честно, просто печальное зрелище. Ну, вот кому надо разрушать муравейники, а? Посмотрите, все выкопано, все вырыто. Не знаю, ну, может, конечно, и кабаны, но что им тут надо в муравейниках-то? Я даже, честно говоря, не знаю, что они питаются яйцами, какими-то там коконами или муравьями. Но, видите, все разрушено, выкинутые деревяшки, которые были внутри гнезда. Ну, а так-то муравьи здесь есть. Работы им, конечно, тут предстоит немало по восстановлению муравейника. Вот они сейчас на солнышке просто прогреваются, но уже пытаются восстанавливать. Ну, я сейчас покажу. Уже пытаются что-то делать. Хоть еще и прохладно, но стройка уже началась. Ну, зиму пережили, и это хорошо. Хотя, конечно, ситуация с разрушениями муравейников печальна. Но можете посмотреть, какие ходы здесь сделаны внутри. Как выглядит пенек внутри муравейника. Он весь, сейчас его разверну более-менее. Весь вот в таких интересных ходах. Жалко будет, если там находятся матки в середине, а как правило, они тут и тусят в этих пеньках. Просто-напросто они, если не покинут этот пенек, то ну, ночью просто замерзнут, наверное. Хотя, может и нет. Но здесь видно, что они лазят туда-сюда. Может положить им этот пенек назад. Да, наверное, давайте я его положу вот там, где он был. И, возможно, они его опять закроют куполом. И будет им поинтереснее. Вот так я его уложил. Он, по-моему, так и был. Потому что здесь так он и стоял, пенек. То есть одной частью он был с муравейник, вот этим верхом выходил. А низ лежал закрытый. Тут немножко я земли подгреб им, чтобы они могли начинать строиться. С той стороны не буду, наверное, трогать, разрушать. То есть сами там захотят, сами наносят потом, что им надо. Ну, хоть так. Вот здесь, на такой полянке, не под деревом, кстати, тоже был муравейник. Но он более-менее молодой, скажем так. И, скорее всего, он был связан с каким-то из крупных муравейников. Но, походу и с ним все, потому что, смотрите, опять кто-то вырывал. То есть, видите, опять вырытая яма, опять разрушенный муравейник. А он был где-то вот так вот нагорнут по высоте. Короче, не знаю, кто это делает. То ли рыбаки, то ли еще кто, то ли кабаны, но кто-то делает. Такие тут болота кругом. Ну и, конечно же, куда без мусорников, да? В лесу без мусорников, как говорится, никуда. Хотя здесь печное отопление довольно-таки развито, особенно вот в близлежащих здесь деревнях.
но непонятно, почему вот просто дрова вывозятся и выкидываются. Совершенно непонятно, почему это не забрать и не использовать по прямому назначению. Каркает, летит. Я сразу извиняюсь за качество звука, потому что я просто мимоходом проезжал, кинул камеру и даже не кинул ни микрофон, никакие там ни штативы, ничего. Поэтому не знаю, как будет со звуком. Ветер довольно-таки сильный, у меня постоянно включается шумоподавление. И я до сих пор так и не разобрался со встроенным этим микрофоном долбанным. Я просто использую внешний, а на встроенном качество звука мне почему-то никак не нравится. Во. И тут такого раскидана добра просто горы. Ну, как-то так, ребята, такой вот первый выезд на природу. Ой. Просто хотелось посмотреть, как себя чувствуют колонии. Ну, понятное дело, что их в этом лесу тысячи. Реально, я не преуменьшаю. Вот на этом пятачке их около 6 или 7. Но этот пятачок буквально это, наверное, 50-я часть леса. Лес более-менее такой немаленький, и колоний очень много. Все, конечно же, я обходить не буду, но хоть посмотрел, муравьи проснулись. До конца апреля у нас, в принципе, вот такую погоду и обещают. Вот ветер очень сильный, не знаю, что с микрофоном, там слышно меня или нет. Такую погоду до конца апреля и обещают, аж там ближе к маю уже более-менее начнется потепление. Вот, и тогда можно будет выезжать и поснимать чего-нибудь поинтереснее. Посмотреть, кто попросыпался. С техникой у меня сейчас более-менее все нормально. Есть и камеры, и экшн-камеры, и микрофоны, и штативы. Поэтому качество будет получше, чем в прошлые разы. Так что спасибо всем за просмотр такого коротенького видео. Всем пока!